В ночь на пятницу сторонники независимости Каталонии перекрыли ряд автомагистралей автономии. Участники акции протеста строили баррикады и поджигали автомобильные покрышки. Несколько человек задержаны. В Барселоне не обошлось без столкновений манифестантов с полицией. Пострадали порядка 60 человек. Протестные шествия начались накануне. Митингующие выступали против судебного процесса над региональными политиками. Митинги прошли в рамках всеобщей забастовки. Слушания в Верховном суде Испании начались на прошлой неделе. На скамье подсудимых 12 фигурантов. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств. Прокуратура требует для обвиняемых до 25 лет тюрьмы. Референдум о независимости Каталонии, который Мадрид счел незаконным, состоялся 1 октября 2017 года. 27 октября каталонский парламент принял декларацию о независимости, после чего против руководителей автономии и были заведены уголовные дела.